В местечке Блино стая бездомных собак напала на ребенка. Произошло это около 2 часов дня, 31 октября. В СМИ информация поступила лишь в среду утром. Рядом с домом на 4-й Балинской улице находится садовое товарищество. По словам местных жителей, бездомных собак здесь всегда много. Прямо на этом месте накануне стая собак напала на 9-летнего мальчика. О страшном происшествии свидетельствует оставшаяся на земле разодранная куртка. Спасти мальчика удалось лишь чудом. Проходивший мимо местный житель увидел лежащего в крови ребенка и вызвал скорую. Медики зафиксировали переохлаждение, множественные укусы головы, рук и шеи. Жители говорят, что это уже не первый случай, когда животные нападают на людей в этом районе. Собак много. 10 взрослых, еще вроде честь, еще маленькие есть. Вот. Вечером они кусали мальчика. Вот. Его зовут мальчика Ярослав, 9 лет. Хорошо, что дачник ушел, мужик, если бы не был бы, наверное, все. Ну, куртка там лежит, прямо мальчика там вообще, посмотри, куртка, все порвана вообще. И сразу приехал скорую помощь, за ним МЧС приехал, за ним приехал милиция. Такое количество дворняг местные объясняют тем, что дачники подкармливают бездомных псов, а те зимой в поисках еды приходят в частные дома. К сожалению, власти хватаются за голову, только когда беда уже случилась. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский прокомментировал ЧП в Блино. Мальчик 9-летний Ярослав, его, на него напали собаки, он сейчас в тяжелом состоянии, на окраине города Иваново. Я поручил главе города, чтобы оказали поддержку семье и все-таки разобрались. У нас были жалобы, оказывается, из ряда районов города по как раз там гуляющим бездомным собакам. И надо понять, что системно разобраться, чтобы у нас таких случаев не было. Это недопустимо. Безопасность детей – это все. Уже днем в мэрии журналистов собрали на экстренную пресс-конференцию. Глава города Владимир Шарыпов отметил полную несостоятельность системы работы с безнадзорными животными. Мы постоянно говорим о гуманизме. Гуманизме в отношении животных, забывая о высшей ценности, о ценности человеческой жизни. Тем более, когда речь заходит о жизни и здоровье наших детей. Глава региональной службы по ветеринарному надзору Хасров Абдулаев также отметил, что для решения этой проблемы нужен системный подход. Сейчас мальчик находится в областной детской клинической больнице в тяжелом состоянии. Ребенок поступил к нам вчера днем в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент находится в реанимационном отделении больницы. Мои коллеги делают все для того, чтобы спасти жизнь ребенка. Более подробная информация о состоянии здоровья 9-летнего Ярослава врачи не сообщают. Мэр города пообещал оказать всю необходимую помощь семье пострадавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения собак на мальчика по статье «Халатность». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.